пишем. Дорогие друзья, у нас сейчас будет... Дорогие друзья, мы находимся в Павловске, возле дворца, который построил Павел. Это самая противоречивая фигура в истории российского государства. И, дорогие друзья, вы видите, что иногда звук пропадает или не совсем четко и слышно его. Мы сейчас вам покажем, как можно снять с двумя камерами хороший репортаж. Как это делается? Так. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Я занимаюсь в Авипе, в киноклубе под руководством Николая Тарасова. И мы сейчас, дорогие друзья, снимем репортаж. В качестве микрофона у нас будет выступать наш обыкновенный смартфон, который включен как диктофон. Где у нас диктофон? Так, вот не видно его. Блестит, отблескивает. Так, секундочку. Нажимаем пальчиком на диктофон. Запись пошла? Да. Пошла. Теперь этот диктофон мы подносим ко рту. Нет, не так. Мы подносим ко рту его стороной. Вот так закрываем и подносим микрофоном. Нет, нет, вот так держим, как микрофон. А. Вот так. Нет. И включили диктофон? Да. Нет, нет, нет. Где микрофон у нас? Ну вот микрофон. Где? Нет, вот. Микрофон вот здесь. Здесь. Микрофон с этой стороны. Знаешь, мы его держим. Вот так держите. Вот так. Нет, вот так. Вот так. Держим его и говорим сюда. Вот здесь у нас микрофон, поэтому говорим. Мы сегодня пробуем сделать первый репортаж из Павловского дворца. Стоп. Сейчас сделаем второй дубль. Как положено. Добрый день. Сегодня мы пытаемся сделать первый репортаж из Павловского дворца. Мы находимся в Павловском парке, рядом с дворцом, рядом с памятником Павлу. Это одна из самых противоречивых фигур в истории российского государства. Но, тем не менее, это очень интересный император. Пока все. Пока все. Пока все. И нажимаем на диктофон кнопку... Убрать. Так, секунду. Стоп, нажали? Да. Так, стоп, нажали. А мы записали где-то название? Нет. Хорошо, давайте прослушаем. То, что мы записали. Не суетимся. Сохранить название... Голос. Ага. Пошла. Теперь этот диктофон мы подносим ко рту. Нет, не так. Мы подносим ко рту его стороной. Вот так закрываем и подносим микрофоном. Нет, нет, вот так держим, как микрофон. А. Вот так. Включили диктофон? Нет, нет, нет. Где микрофон? Ну вот микрофон. Микрофон с этой стороны. Знаешь, мы его держим. Вот так. Вот так, нет. Держим его и говорим сюда. Вот здесь у нас микрофон, поэтому говорим. Мы сегодня пробуем сделать первый репортаж из Павловского дворца. Стоп. Сейчас сделаем второй дубль. Как положено. Ну как вам? Насколько качественный звук? Да. Да? Да. Так, хорошо. Давайте послушаем второй запись, где вы говорили уже о Павлове. Теперь это диктофон мы подносим ко рту. Добрый день. Сегодня мы пытаемся сделать первый репортаж из Павловского дворца. Мы находимся в Павловском парке, рядом с дворцом, рядом с памятником Павлу. Это одна из самых противоречивых фигур в истории российского государства. Но, тем не менее, это очень интересный император. Смотрите. Вы видите, друзья, насколько качественный звук. Классно звучит. Да. Значит, что мы будем делать? Сейчас. После того, как мы записали этот репортаж с помощью этой камеры, которую я держу в руках, была как видеокамера, диктофон, другая камера, другой телефон у нас был в качестве диктофона. Мы на него писали голос. И теперь на студии на следующей неделе приглашаем всех. Можете прийти, и мы вам покажем, я вам покажу и всех вас научу, как синхронизировать видео, которое записали на эту камеру, с тем звуком, который записали на диктофон, то есть на такую же камеру, на такой же смартфон. И на следующей неделе мы это сделаем, и все вы увидите. Так что милости просим. Приходите. А сейчас мы пойдем просто-напросто гулять по парку.